заснять все ямы, которые есть, желательно с использованием рулетки, показывая размер ямы, в ширину, в глубину, в длину. Количество этих ям заснимите. То есть нужны фотографии, а лучше видео, которые показывают проблемы. Но нужно и то, и фотографии, и видео. Пишите на моем личном опыте, а я написал тысячи жалоб, пишите коллективное обращение. В коллективном обращении должны быть все получатели этого обращения в одной шапке письма. Почему? Потому что когда рядовой чиновник в каком-нибудь управлении ЖКХ или управлении дорожного хозяйства получает письмо, и он видит, что помимо него это письмо было адресовано и прокурору, и губернатору, и начальнику ГИБДД, чиновник понимает, что ему проще починить эту яму, чем писать вам отписку. И не только вам, но и вот этим всем тем, кто находится в шапке этого письма. В расширенном версии видео я вам описываю, кому можно написать это письмо. Но там должны быть прежде всего руководители местного, то есть городского или краевого или областного республиканского ГАИ ГИБДД. На сразу пишите на краевой, республиканский или областной уровень. Это будет действовать. Они сами спустят жалобу ниже. Второе. Прокурору. Несоблюдение качества дорог – это нарушение. Пишите прокуратуру. Не ждите, когда вам придет отписка. Сразу пишите в прокуратуру. Допустим, прокурору вашего города. Третье. Если вокруг дороги растет слишком много растительности, особенности на перекрестках, и закрывает эта растительность видимость, а должен быть так называемый треугольник видимости, почитайте, что это такое. Если вдоль дороги нет ливневки, вода скапливается на проезжей части, пишите вашему губернатору, пишите министерство ЖКХ и требуйте, чтобы министерство проконтролировало качество организации стока ливневых вод с проезжей части. И соберите максимум подписей, ну больше 10. То есть коллективное обращение, которое действует, это 11 и больше подписей. Дальше вы фотографируете или сканируете это обращение. И через электронные приемные, не в бумажном виде, через электронные приемные отправляете это обращение всем адресатам. В расширенном видео я буквально по полочкам разбираю, как это нужно делать.